Приехала на дачу в обед сегодня. Смотрите, что творится, какой был ветер. Все сорвало. Все, что я сделала, все валяется. Томаты вон обломанные, трепала, видимо, их. Вырвала один томат с корнем. Ужас. Вот так вот все. Влажно в теплице. Открою сейчас дверь одну. С той стороны, наверное, открою дверь. За неделю помидор появился. Вот это да. Это первый, наверное. Больше не вижу. Они только начинали цвести. И так быстро вырос. Это гном, кстати, стринги. Но тут ничего не помёрзло. Картошка не помёрзла. Кукурузу немножко сорвало. Кабачки сорвало. Бакупа стоит. Выстояла в теплице такое испарение. Эту дверь открою. Так, пусть пока постоит, проветрит. Кстати, на улице у нас где-то 13 градусов. Ну, точно я не знаю, на остановке было так написано. Здесь стояло все закрытое. Сейчас открою верхние ящики, хотя бы без света стояли они неделю. Но ничего. А эта тыква вот была повявшая, так она какая-то такая и есть. Это нормальная. Эту открою. Открою, днем пусть постоят так хотя бы тыковки. Все хорошо. Все отлично. Эти томаты как стояли, так и стоят, лежат. Некрасивые. Я думала, картошка помёрзнет. Нет. Все хорошо. Смотрю, клубника подрастает там. Особенно на вот этой грядке. Вот воды налило полную тачку. Воды. Это такой дождь был у нас сильный. И он распустился красный. Вот который пересадили в этом году. Он распустился, несмотря ни на что. Смотрите, какая красота. Вот, маленький, но все же. Смородины белой было много. Сейчас половина ягод нет. Накрывала. Вот. Картошка еще не проклюнулась совсем. Было очень холодно. Люди уже окучивают, а у меня вот бобы и то проклевываются. Вот, несмотря на холод, горох проклевывается. Не весь. Вот первый ряд. Там единичный, а один ряд прям дружно. Тут опять вернулось все зажимы разбросанные. Вот какая сила была ветра. Зажимы все вырваны. Но главное, что помидоры живые практически все. Вот, чуть потеплело, шмелики опять. Вот аж зажимы куда отлетели. Петрушку я пересадила из теплицы. Вот она нормальная. Ну, здесь вот посмотрела свекла, укроп. И решила, больше лук я не буду садить. Хотя вот он, я вижу, растет немножко. Но почти весь его кто-то съел. Обратно все я накрыла. Подняла. Прошел дождь, сейчас пролил. На ночь опять накрыла кабачки. Ну их вот тут дождиком все намочило. Вечером пошла в теплицу искать томатики. Думаю, может, еще где-то есть. И вот нашла банановые ноги маленькие. Завязывается томатик. Видимо, был махровый цветок. Такой вот он не очень красивый. А больше нет. Обрезаю томаты вечером в теплице. И вот смотрю, у меня супер томат. Дают томатики. Маленький, малюсенький, но дает уже. Еще раз зашла в теплицу. Густо, конечно, растут у меня томаты эти низкорослые, но я их уже не буду трогать. Тут балконные Флорида Петит и три гнома. Улуру Охра. Три гнома, они цветут. Ну, тут перчицы. Посмотрела, нашла перец лысый, такой уже большой. Вот, если на руке, ну такой корявый какой-то растет, может от холода. Здесь тоже лысый, он другой какой-то вытянутый.
Дождик опять идет. Здесь перчик у меня тоже есть. Это перец царица. Вот лисичка. И тут перчики есть. Вот тут. Ну, завязывают перчики, но они растут еще медленно. Огурец один сняли, уже вечером попробовали. Эти еще маловаты, конечно. Тут маленькие. Но эти у меня еще вот такие маленькие огурчики. Будут скоро плестись. И в прошлый раз я вырвала кинзу, досадила тут дайкон Саша. И вот он уже проклюнулся за неделю. В теплице вечером 16 градусов закрытой. Ветром расломала кустик смородины. Его постоянно почему-то разламывает. Смотрите, вот ветка все. Это еще лежит. Я ее трогать не буду ни ту, ни другую. Вот лежат две ветки. Ветра нет, такая красота. Птички поют. Солнышко в 8 вечера появилось. Даже шмель опять вечером летает. Они когда спать хоть ложатся, шмели эти. Космеи продержались неделю. А Мирабелис единственный сломанный. Но я его все равно держу вот так подвязанным. Изо рта идет пар. Перетрум распался, цвет набрал, но еще не цветет. Салатик подрос. Редиска очень подросла за неделю. И даже можно будет надергать. Она низкая, вот, селестая показывала. Большие корнеплоды у нее уже. В воскресенье вырву немножко. Лука нарву. И редисочки. Ну а салат уже через неделю можно будет есть. Укроп подрастает, и это Анютины глазки везде насеиваются. Тут салатик попал с редиской. Там бобы проклюнулись. Вечером я тут хожу по участку, и вот увидела с соседнего участка дерево ко мне упало на крышу. Его надо как-то будет убирать. Не знаю как. Завтра буду думать. 25 июня. Я продолжаю дачные работы. Сегодня очень много мошки. Показалось солнышко и сразу жарко стало. Но мошки сегодня... Ну, правильно, люди, когда окучивают картошку, у нас всегда мошкара появляется. Просто в этом году у меня запоздало. Сейчас я буду делать укрытие для огурцов. Сначала сетку прицеплю для подвязки и сделаю укрытие. Уберу эти ведра и накрою укрывным материалом. Все же они должны под светом расти. Огурцы, тыквы буду укрывать. Это вчера я показывала, говорила, тыква это огурец, и он пропал. Все, он сгнил.
видимо, от дождей. Тут надо что-то новое садить. Может, ничего не буду садить. Посмотрим, как время покажет. Вот, сгнил огурчик весь. Дожди залили, видимо. А эти хороши. Хочу приделать вот такую вот сетку для плетения огурцов. Надо делать аккуратно, чтобы их не повредить. Вот у меня сначала я ее зацеплю снизу. Вот у меня такие колышки есть. Я ими зацеплю колышками. А потом буду вверх тянуть. Посмотрю, как. Вот такая сеточка. Вот как раз на два огурца. Вот она вырывается, потому что мягкая почва. Буду привязывать, вот принесла к столбу, наверное, привяжу ее, чтобы она держалась. Сделала подвязку, по низу завязала бантиками и здесь подобрала вверху. Колочки все же оставила, немножко прицепила, и сейчас буду укрывной материал сюда применять для утепления. Мошки, не знаю, видите, не видите, все в мошке. Убрала ящик, я в шоке, я думаю, что это за неделю? Сколько яиц отложили возле тыквы, прятались от дождя, видимо. Муравейник мне сделали, сейчас буду посыпать. Все, я накрыла укрывным, не знаю, сорвет, не сорвет. Укрепила, вот на столбах я решила, укрепила на двух. Надеюсь, хорошо. Все же лучше, чем было под ведрами. Там муравьи поселились. Повыдирала томаты на этой грядке. Они страшные стоят, никакие. Толку с них не будет. Лучше чем-то займу это место. Перекопаю тут и посажу петрушку. Также тыквы страшные выдираю, помершие. Зачем с ними возиться? Они уже, когда они все придут? И там сейчас вырву. На этой грядке. Они все вот померзли. Тогда эти вот точно уберу. Тут что-нибудь посажу в эти ямки тоже. Место не будет пустовать. Эту оставлю. Листья уберу, только плохие, все. Решила домой заранее редисочки нарвать. Вот одна какая крупненькая выросла. Смотрю, вот где можно ее. Но тепличную-то давно съели. Теперь уже уличная началась. Вот Селеста, у нее такая маленькая ботва. Машкара, сегодня машкара съедает. О, это вот хорошая такая. Нарвала домой редисочки, лучок, салата, еще укропчик сорву. Вот урожайчик возим домой. Пошел небольшой дождик. Убираю укрытие с этих томатов. И ящики уберу. Они стойко выставили у меня неделю. Пусть польются. Может, еще будет дождь посильнее. И вообще больше не буду накрывать их. Вроде не будет такого уже перепада температур и ветра. Вот открыла их, уберу дуги, подвяжу неподвязанные. Как они выглядят. Эти томаты были посажены семенами в теплицу в апреле. И уберу коробки, там тоже томаты. Они вообще под коробками находятся почти 2 недели. Их тоже подвяжу, подпишу название и наведу тут порядок на этой грядке. Эту грядку привела в порядок с томатами, убрала укрывной, подвязала томаты и вот пересадила из теплицы Улуру Охра гном. Что они густо все же росли. Флорида Петит, тут место было свободное, и этот Флорида Петит. Сейчас подпишу их тоже.
Один томат Лору Охра гном сюда посадила. И вот здесь оставила 4 штуки. Сейчас собираться будем домой. За мной сестренка приехала. Здесь пролила. Ну, траву немножко подергала. Уже на следующий раз. На следующие выходные оставляю. Дверь оставлю открытой. Вроде не так холодно будет. Томатам надо, чтобы была открыта дверь. А в этой смешанной теплице вот такое приспособление сделала. Тут у меня стекло внизу, а здесь укрывным накрыла. Все же и ветер будет продувать немножко. Так это выглядит с другой стороны. Все полила, траву подергала у перцев, удобрила, томаты рассадила, 3 огурчика сняла и до этого один. Всего 4, вот первых мы сняли. Вчера один, и сегодня 3 я убрала. И вот так оставляю все. Убрала укрытие у кукурузы. Тут мокрицы. Так и оставляю. У кабачков тоже убрала укрытие. Так оставляю, они цветут. Кстати, соберу сейчас пустоцветы. Сварю в супе или в борще. Томатную теплицу тоже закрыла укрывным.